Новость о введении единой школьной формы в стране шимкенцы восприняли по-разному. Кто-то считает это накладным, другие, напротив, уверены, что это положительно скажется на качестве обучения. Школьная форма с нового года будет стандартная. Девятиклассника Армана Нурниязова эта новость не огорчила. Наоборот, школьник считает это правильным. Я считаю, что это правильно. Мы ведь школьники, и мы должны быть равными. Есть, например, те, кто одевается дорого, а кто-то не очень. Еще, я думаю, можно было бы внести в костюм элементы национального стиля. Было бы необычно. Согласно новому указу, школьная форма должна быть классической. Цвет темно-синий. Для мальчика – костюм, жилет, рубашка, брюки и галстук. Для девочек – пиджак, жилетка, брюки, классическая кофта и юбка. Форма будет единая. Нельзя будет девочкам носить платки, головные уборы. Цена будет оптимальная. Каждый родитель готовит ребенка в школу. Я не думаю, что это будет накладно. А малообеспеченным семьям, конечно, будут скидки на приобретение. Просто об этом нужно документально уведомить дирекцию школы. Тем не менее, в интернете такие изменения уже вызвали немало дискуссий. Кто-то считает, что купить форму будет не по карману, а качеству дешевой формы доверия мало. К слову, среднестатистический житель Казахстана в начале учебного года тратит на одежду для школьника, мальчика, в среднем от 15 до 25 тысяч тенге. А цена формы для девочек от 15 до 30 тысяч тенге. В итоге цена почти же такая, с разницей в 1,5-2 тысячи тенге в пользу школьной формы. Если у всех одинаковая форма, у родителей меньше проблем, чтобы... Это один раз форму купят и все. Дисциплинирует раз. Во-вторых, все-таки различия, как говорится, в социальных положениях приравнивается. Кроме того, школьная форма будет с отличительным знаком. У каждого ученика на костюме будет вышит логотип, который говорит о том, в каком городе школьник учится. Новая единая школьная форма станет обязательной уже с нового учебного года. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».